Всем доброе время суток. С вами Дмитрий Лосев из магазина Шуб Меховой на Тверской. Сегодня мы проведем видеообзор головного убора меховой шапочки, женской шапочки из меха норки. Беретик. Посмотрите, пожалуйста, на наш беретик. Расцветочка кристалл. Расцветочка кристалл. Нежнейший светлый цвет. Шапочка очень мягенькая, она не жесткая, не на каркасе, потому что на каркасе не всем нравится. Ну и это, в принципе, такие домашние шапки на каркасе. Там берется фетр, он обшивается норкой, и вроде как норковая шапка. Но фабрика, она делает только мягкие шапки. Фабрика. Здесь у нас головной убор мягенький, очень мягенький. Посмотрите, расцветочка очень красивая, расцветочка светленькая, крем-брюле. Сбоку у нас у беретика хвостик имеется красивый, с украшениями. Украшения аккуратненькие, в глаза не бросаются. Брошечка здесь хорошенькая есть. Вот, пожалуйста, посмотрите, как он выполнен. Здесь брошечка есть, здесь хвостики и рюшечка аккуратненькая. А внутри беретика у нас представлена утяжечка. Вы можете беретик утянуть, сделать по голове, чтобы он сидел удобно, мягенько, тепло. Ушки прикрывает он. И по поводу мягкости, вот давайте расскажу. Вот смотрите, я этот беретик вот беру и скатываю в трубочку. Вот смотрите, видите? То есть он мягенький, маленький становится. Здесь кроме шкурки, норки, вообще ничего нет. Вы его одели на улицу, прошлись, зашли в магазин, в торговый центр. Если вам жарко стало, вы можете его снять, просто вывернуть наизнанку, сложить и убрать в сумочку. И гулять по торговому центру. Если у вас выходной день, можно так сделать. Беретик у нас находится в продаже. Моделька женская, очень удобная, хорошенькая. Кстати, в разделе товары, не в разделе товары, в разделе фото наших клиентов, зайдите обязательно, посмотрите. Один клиент купил у нас такой берет. Женщина в берете, увидите. Там такой же фасон, но другой цвет. Дымчатый цвет с красивой темной полоской. Деграде, переход. Фасон очень красивый. Зайдите обязательно в фото клиентов, посмотрите, как он смотрится. Ну, на клиенте, на нашем. А так, выбор головных уборов у нас огромный. Все шапки мягкие, удобные, красивые, разные фасоны. Кто еще ходит без шапки зимой? Вперед! Меховой на Тверской! Ждем вас!